Здравствуйте, друзья. Вы видите, что приходится работать нам с риском для жизни, для здоровья. Вот, а тут еще вот, не знаю, это очень сладкое и жирное. Вот это мы еще не пробовали, но я тоже предвкушаю. Whole Foods. Whole Foods, да. Значит, это здоровое. Здоровое. Так, значит, у нас тут вот... Ну, давайте, представляйтесь. Меня зовут Наталья. Так. Я бывшая студентка Portnov Computer School. Так. На сегодняшний день я работаю уже во второй компании Силиконовой долины, как QA. Но вы какой-то серьезный QA или вы так? Конечно, уже скоро дев будет. Кто будет? Скоро из QA в дев пойдем. А, хочется. Ну, уже делаем. Подождите, вы были... Я помню, что вы из Донецка. Я помню, что вы кандидат каких-то наук. Математических. Математических. Конечно. Но математику еще помните или так? Конечно. И хочется вот именно в эти, в девы. Конечно, там интересно. На чем у вас девствуют там? Ну, в основном я пишу код на питоне. Вот, а в компании мы используем Java. Мы используем Erlang. Посмотрим, чем придется писать, на том и будем. Ну, нет такого, чтобы девушек дискриминировали. Говорят, девушки там дальше Python не пускаем. Там. Нет, девушек поощряют. Ну, чем? Как чем? Дополнительными тасками по программированию. А вообще, вот девушка вообще чувствует себя девушкой или чувствует себя вот солдатом в строю, в компании? Какое-то внимание есть? И девушка, и солдатом. Два в одну. Ну, то есть как-то вам, может быть, улыбаются, как-то, вот, может быть, цветочек какой-нибудь принесут. Нет такого? Ну, цветочков нет, но улыбается. Ну, хорошо, ладно. Можете взять интервью у второго сотрудника, может, он больше, возможно, он вам больше расскажет. Так вы скажите вот что, там в основном девчонки работают или парни? Нет, наверное, больше процент парни, конечно. Так. А вот есть симпатичные, вот я не про вас, но вот так вообще, симпатичные девчонки еще есть, вот кроме вас? Ну, мне сложно оценить, вы же понимаете, что я не могу. Вы можете попытаться так. Я предлагаю спросить мужскую сторону. Так, мужская сторона, идите сюда. Значит, вы у нас сколько уже? Год. Год. Подождите, а вы? Два года. Два года. Меньше. Значит, год. У вас тоже вторая компания? Да, то есть мы работаем вместе. Сначала в одной компании, потом во второй компании. Так, но вы не родственники? Нет. Так, просто работают люди вместе. Так, ну, так что, есть девчонки там еще или наши? Девчонки на самом деле есть. Так. Много индийских девочек, наших нету. Ага. Вот, насчет красивых девочек есть очень красивые. Индусские? Индусские. Так. Друзья, я знаю, что выбор сужается. Вот. А есть, например, там какие-нибудь афроамериканочки или там из, может, Латинской Америки какие-нибудь? Нет, у нас нет. Жгучие? У нас нет. Ну вот у нас офис один здесь в Медло-парке есть, а другой в Пасадене. И вот в Пасадене там... В Южной Калифорнии. Да, в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе. А что вы делаете, хоть скажите? Автоматизация, QA. А компания занимается EdTech. Типа Google, только не Google. А вот такой вопрос. А вы откуда знаете автоматизацию? Ну, хорошо, мы там учили немножко, я понимаю. Но это же не то, что вы делаете. Ну, нет. Это то, как нет. Нет, ну, то, что, ну, как бы, ну, продолжали учить сами. Разумеется, здесь, в школе, получили основу, а потом дальше самообучение. А вот правду говорят, хотя такое ощущение, что вы друг друга перетягиваете с места на место, может, вы на рынке особо и не бываете, но вот многие говорят, вот, если сейчас automation не знаешь, вообще тебе крышка. Наверное, да. Наверное, да. Я когда на интервью ходил, очень много спрашивали вопросов про алгоритмы, про дата-структуры. То есть даже я бы сказал не про автоматизацию речь, а уже больше про программирование. Ну, подождите, вы говорите про вторую работу. Да. Не про первую. Не про первую. А на первую? А на первую достаточно было того, что здесь в школе получил. Ну, слава богу. Так, хорошо. То есть на первую работу хватает? Да. Ну я должна тут оговорить одну маленькую деталь. Мы просто как вторую работу не искали уже просто без автоматизации. Мы искали только автоматизацию, причем сильную автоматизацию. Она должна была быть включена, и автоматизация должна быть хотя бы 80%, может быть, даже 90%. И это, наверное, причина, почему нас спрашивали алгоритмы и так далее. А вот правду говорят, что человек, который, там, скажем,
ну, относительно прилично пишет там, ну, допустим, на каком-нибудь там веб-драйвере с Python, или, например, делает, ну, что-нибудь REST API там с тем же Python. Это люди, которые уже меньше, чем, скажем, 100-120 тысяч, они даже и не разговаривают. Ну, меньше 100 тысяч, наверное, не разговаривают точно. То есть вот все, что я вижу, это 100-120-30 тысяч, и для этого, для такой зарплаты достаточно знать Python, достаточно знать веб-драйвер, достаточно знать тот же самый REST API. То есть, грубо говоря, люди после школы нашей, если они год дурака не валяли, да. То есть они как бы в состоянии уже быть с той стороны. Да. То есть после школы можно прийти на что-нибудь начальное на 50-60 тысяч, а потом уже через год, вот у меня получилось через 8 месяцев, найти что-то хорошее на гораздо больше деньги, как вы сказали. Такой вопрос, может быть. Вот ребята есть, которые собираются к нам идти, так? Как лучше всего они могли бы подготовиться, чтобы получить максимум вот от того толчка, который школа им дает? До того, как прийти сюда? Да. Я могу рассказать, как было у меня. Я за пару месяцев, даже, наверное, за полгода до того, как сюда приехать, я на Codecademy прошел курс по питону. Просто онлайн. Обычный питон. Просто Codecademy. Очень классно. Онлайн? Онлайн, да. Там почти за даром, да? Там бесплатно. То есть Codecademy это бесплатно, там очень удобно, там очень классный курс, и мне это здорово помогло. Образование какое у вас? Экономист. Хорошо, то есть не то, что вы ракеты делали? Ракеты не делал. Так. Вот, просто курс по питону, и уже здесь в школе веб-драйвер, Selenium, ну и дальше там HTTP, REST API. И уже на первой работе вам пришлось автоматизировать? Да, то есть прямо сразу с первого дня. Но вас не брали на Automation, просто так вышло? Брали. Я его забрала как на интерншип. Ну это свои брали, я понял, он с интерншипа пошел. Mm-hmm. Ну хорошо. Вот, друзья, откуда интерншипы-то у нас, видите, вот придут такие, улыбнутся так коварно раз, а потом тебе Automation, бум, по башке и все. Ну что же, вообще вы как-то разрушаете опыт девушки-математика. Образ. Такая улыбчивая, красивая, правда? Вот она. Совсем не математика. Но жесткая так она, жесткая, как начальник. На самом деле, ну не как начальник, а как коллега, да. Вот так. Здесь в коде ошибка, здесь надо сделать так. Халтурить не дает. Плохой код писать не дает. Ну и правильно. А это хорошо. Ну хорошо. Ладно, ребят, спасибо вам, что зашли, спасибо. И тортик, соответственно, тоже у нас мы уважим. Вот давайте мы перейдем к чаепитию. У нас сейчас идет онлайновый урок, и мой офис занят Жанной, которая ведет онлайновый урок. Поэтому мы где-нибудь сейчас разместимся отдельно.